Здравствуйте, господа голубятники, голубеводы. Я долго отмалчивался скромно. А потом думаю, имея таких голубей, как у меня, что я отмалчиваюсь-то? Пусть люди видят, знают, что такие голуби существуют. Вот решил сегодня показать свою коллекцию голубей. Вот узбекский представитель узбекской породы. Посмотрите, какой красавец. Чубы, нос, глаза, как небо синий, лохмы. Все присутствует в этом голубе. Стать, посмотрите, как шею тянет вперед. Голубь просто шедевр. Таких голубей я на просторах интернета даже не встречал больше ни у кого. Это, наверное, только у меня такие красавцы голуби. Вот, значит, следующий голубь. Это уже ставший знаменитый, можно сказать, легендарный голубь, отлетавший 90 часов 43 минуты. Многие о нем знают. Многие его видели. Это голубь-легенда. Вот кто может мне еще хоть один, вот кто-нибудь, покажите мне вот так вот в руке такого голубя. По большому счету, конечно, ему надо бы обрезать крылья, потому что не каждый поверит, что с необрезанными крыльями может голубь летать 90 часов. Ну, факт остается фактом. Все уже про этого голубя знают. Это голубь-легенда. Погоняла у него жменька. Вы сами понимаете, что такое погоняло просто так не дается. Вот, ребята, хочу вам представить еще одного голубя. Но этот голубь чем примечателен? Значит, во-первых, этот голубь безмастный. И это очень важно. Все голубятники, голубеводы, кто понимает, все знают, что летать и играть может только безмастный голубь. Вот по этому голубю смотришь сразу, и все понятно. В руке его держишь и понимаешь. Этот голубь со страшным летом, еще с более страшным боем. Но он еще примечателен в одном. Это голубь неуязвимый просто. Этот голубь неуязвим. 14 сапсанов. 14 соколов-сапсанов атаковали его одновременно. Самых быстрых в мире. Сокол-сапсан – это самый быстрый в мире хищник. И вот они его 14 штук одновременно атаковали. И он от них уходил. И не то, чтобы там особо напрягаясь, на спине. Вот на спине летел, нога на ногу, в зубах сигара. Летит спокойно, 14 штук. Прилетает, хохочет, рассказывает мне. Ну, конечно, тогда мы с ним поговорили, посмеялись над ними. Голубь неуязвим. Вот, посмотрите. Вот такие должны быть голуби. Бойной породы голуби должны быть вот такие. Безмастные, вот такой вот чуб кривой. Нос желательно черный. Ну и глаз красный. Тут все. Вот в этом голубе есть все. Все, что нужно. Для хорошего. Для какого хорошего? Для уникального голубя бойного. Я понимаю, что сейчас начнутся просьбы. Продай, отдай. Этот голубь не продается. Этот голубь уникален. Так что с такими вопросами не пишите, не звоните даже. Это бесполезно. Этот голубь не продается никогда в жизни ни за какие деньги. Вот хочу представить вам еще вот такого вот голубка прошлогоднего. Грибун. Грибуны это которые перебирают лапами и идут вверх. Со страшной тягой и страшной силой. Я уже где-то об этом говорил. Бьют. Пока что эти голуби
не имеют, как бы сказать, своей породы, потому что все за них борются. Это наши голуби, это наши. Так что пока никто их еще не описал. С Украины парень не взялся еще пока описывать их как свою породу. Так что он пока занят головастиками там вроде. Вот этот вот голубь. Вот этот голубь. Я как-то показывал одного 150 метров вытягивал. Этот вытягивал 164 метра и 12 сантиметров. Вот так вот. Есть свидетели этому, естественно. Блять, он на улице никогда не был. Вот голубь, значит, ну, линяет сейчас. Тоже по своей структуре уникален. Это краснодарский голубь. Просто красавец. Вот именно эти голуби, я хочу сосредоточиться именно на этом голубе. Вот эти голуби старопородние, самые старые породы голуби. Но работанные на масть. Летят они очень слабо, часов 12-13, не больше. Но очень хорошо играют и очень хорошо, хорошая масть у них. Этих голубей. И производители они очень хорошие. Вот этот голубь идет по голубятину. Вы видите, да, какой красавец. Голубки налево и направо прям падают в обморок от него. Он даже на них не залазит. Он просто мимо проходит, все, голубка натоптана. Но, может быть, я не все сказал. Вот еще что хочу сказать. Может, забыл что-то. Еще что хочу сказать я. Те, значит, люди, которые понимают в голубях, вы мне сюда не пишите свои злобные комментарии. У меня очень много знакомых. Приедем, ребра переломаем, можем даже на Боинге прилететь, можем бомбу скинуть, тем более, что найти вас сейчас не так сложно. Потому что пиздеть могут только элитные голубятники. А вы со своими разбираниями, кто разбирается в голубях, сидите и заткните рты свои. Понятно? Только элитные голубятники могут врать в наглую. А вы не имеете права. Так что сидите и помалкивайте. И любуйтесь голубями, которых вам показывают элитные, хорошие, вот такими голубями. Элитный, хороший голубятник, который вам показывают. Ну и вот немного полета голубей. Как вы прекрасно видите, голуби ходят в точке. Видите, да? В точке ходят. Так что про свои гневные отклики забудьте и завидуйте молча. Все, до свидания.